Вы давно мечтаете научиться готовить суши? Давайте сделаем это вместе. Предлагаю начать с маленьких роллов косомаки. Выглядят они вот так вот. В переводе это означает тонкие рулеты. Внутри них начинка, как правило, одного вида, а снаружи сушеные водоросли. Их называют нори. Сейчас мы сделаем такие же. Купите вот такой бамбуковый коврик и обтяните его пищевой пленкой. Кладем на нее половину листа прессованных водорослей. Смачиваем руки водой и тонким слоем распределяем рис. Сильно приминать его не нужно. На дальнем конце водорослей оставляем пустую полосу шириной 2 см. Это нужно для склеивания ролла. Теперь равномерно распределяем начинку. У меня это лосось. Приподнимаем ближний край коврика и сворачиваем ролл таким образом, чтобы водоросли взяли рис в кольцо. Свободным краем водорослей заклеиваем ролл. Если водоросли не приклеиваются, слегка смочите край водой. Но не переусердствуйте, излишняя влага может все испортить. Осталось разрезать ролл на 6 частей, сначала пополам, а потом каждую половину на 3 части. Нож после каждого разреза смачиваем водой, чтобы рис не прилипал. Тонкие роллы хосомаки готовы. Как видите, готовить их совсем не сложно.